Я знал, что ты выживешь. Привет! Эй, тише, тише. Тебе сильно досталось. Ты же не хочешь снова угодить в неприятности? Я Уоллес. Я хотел увидеться с тобой и попросил командира. О, командир Форд. Она здесь главная. О, командир Форд и мистер Риглер нашли тебя снаружи и занесли внутрь. Но они сказали, что Марк не вернется. Он был... ладно, забудь. Командир сказала зайти к ней, когда проснешься. Ее комната дальше по коридору. Она подыщет тебе место. Как и всем нам. Увидимся. Так-так, вы очнулись. Я думала, вам конец. Мы с Риксом едва вытащили вас. Я командир Форд. Это моя база. А вы уж, простите, непрошенный гость. И я должна знать, кого я пускаю в блок 13. Мы уже с месяц не встречали ни одной живой души. Или вы рассказываете, что там делали, или отправляетесь к корню. Хм. В этой башне уже давно никто не бывал. Но туда не добраться в такую погоду. Дело в том, что... блок отрезан. Втащив вас, мы были вынуждены завалить ворота. Корни повсюду. Но раз уж вы здесь, у меня есть идея. Вот что я вам скажу. Хотите уйти? Тогда сначала помогите нам. Для начала нам нужно электричество. Реактор отключен из-за бури. Восстановив его, мы сможем открыть другой выход отсюда. Реактор расположен в подвале на нижнем уровне. Туда ведет лестница. Это шанс отплатить нам и получить желаемое. О, легко не будет, уверяю. Так что будьте начеку. Один из наших уже погиб там, внизу. Похоже, корень подбирается к нам.
Идите к Риксу. Спросите про свой клинок. Вряд ли вы справитесь с корнями без оружия. Сделайте это для нас. И я помогу вам выбраться. Чем раньше вернете электричество, тем быстрее выберетесь отсюда. Привет! Рад, что ты в норме. И добро пожаловать в блок 13. Я постарался тебя подлатать. Что ж... Ты крепкий орешек. Я Риглер. Но все зовут меня просто Рикс. Твой меч, он пострадал в бою. С ним я уже ничего не смогу поделать. Когда мы тебя нашли, клинок был расколот. Просто груда металла. Кажется, Эйс говорила, что нашла в городе оружие. Может, она с тобой поделится? Говорят, она собиралась проверить реактор. Удачи тебе там. Чего тебе? Не о чем говорить. Иди своей дорогой. Иди своей дорогой. Иди своей дорогой. Иди своей дорогой. Форд держит нас во тьме. В прямом и переносном смысле. Знаешь, раньше была фраза «пустить корни». Ха. Забавно, но в наше время корни пускают уже не только люди. Ненавижу этот курятник. Ха. Но наружу не выйду. Бедный Уоллес. Потерять родного брата вот так. Я за тобой слежу. Мы с Марком постоянно болтали о том, о сём. Тяжело без него теперь. Следи за тем, что говоришь. Поможешь нам восстановить энергию? Иди своей дорогой. Не лучшее время для визита в блок 13. Привет. Реактор за дверью и вниз по лестнице. Давай, держись там.
Питер. Что? Чтоб тебя, я чуть... У меня аж душа в пятки ушла. Сюда редко кто заходит. Ты не из местных, да? Я Эйс. Эйс Катерил. А ты? Да? Что ж, ты у цели. Но эту рухлядь опасно включать. Так, знаешь, как включить реактор? Ха, ну а как? Включать реакторы – дело непростое. К счастью, все, что требуется – нажать кнопку на терминале над нами. Я бы и сама могла, но кто знает, что за твари бродят вокруг. Но раз мы вдвоем, может, и справимся. Ладно, у меня есть план. Ты идешь наверх и врубаешь реактор. Я помогу, если кто нападет. Тебе, наверное, нужно оружие, да? Погоди, сейчас поищу. Нам поможет. Пора запускать реактор. Хватит терять время. Пора запускать реактор. Хватит терять время.
Вот, так-то лучше. Ты хорошо сражаешься. Правда хорошо. Не зря Форд тебя прислала. Давай, поспеши к Форд. Заглядывай в мой магазин, ладно? Получишь скидку за доблесть в бою. Хорошо, что здесь стало посветлее. Ты рискуешь многим ради тех, кого не знаешь. Ах, да. Ты же пытаешься попасть на тот островок, да? Когда слухов мало, они разносятся быстро. Послушай, мы не так давно знакомы, но я хочу помочь. Сама судьба ведет тебя, понимаешь? Ты наверняка спасешь наш мир. Так держать. Вот, пусть будет у тебя. Немногим удается сохранить доброту в таком мире. Говорят, эта безделица отгонит даже смерть. Хоть и ненадолго. Захочешь еще чего-нибудь прикупить для своих походов? Заходи. Ой, здесь свое место. Мы вдвоем продаем много ценного. Но этот камень тебе подарок. Береги его. И еще. Эллен, то есть командир, знает про этот остров больше, чем говорит. Спроси-ка ее об основателе блока 13. Ха, рад видеть новое лицо. Давненько я так не сражалась. Рада, что вам удалось включить реактор. Вижу, Реджи дал вам драконье сердце. Он бы не расстался с таким мощным артефактом без веской причины. Полагаю, он сказал, что я вам помогу? Что ж, Реджи хоть и простоват с виду, но редко ошибается в людях. Вы доказали, что вам можно доверять. Взамен... Я хочу помочь вам. Вряд ли вы долго протянете без помощи. Рикс и Маккейб внизу выдадут вам снаряжение. Ступайте.
Затем зайдите ко мне. Эй, Форд хочет тебя видеть. Не заставляй ее ждать. Привет. Спасибо за электричество. Форд рассказал о твоей помощи и приказал подготовить тебя к вылазке в город. Ха, возможно, твой клинок все-таки пригодится. Дай-ка его сюда. Ну что ж, так лучше. Вот. В общем, возьми это. Вещь не самая прочная, но хоть какая-то защита. А, вот так. Теперь получше защищает. Хоть и мелочь, а поможет. Запасов у нас, конечно, немного, но на добро... Мы отвечаем добром. Заходи, если нужно будет улучшить оружие. Маккейб может помочь тебе усилить снаряжение. Но говори с ней только по телу. Она не любит болтать попусту. Так это о тебе говорила Форд. Только дармоедов нам не хватало. У нас своих голодных ртов хватает. Зачем тратить припасы на кого попало? Думаешь, их легко достать? Жаль, что командира можно впечатлить убийством пары полудохлых коряк. Раз Форд хочет, чтобы я тратила время на каждого встречного, давай поговорим. Я Маккейб, инженер. А ты — заноза в моей заднице. Я тебе не мелкая лавочница. Я не улучшаю всякий мусор. У нас тут конец света как бы. Так что есть повод для раздражения. Ладно, глянем, что у нас тут. Пока что это все. Неси детали, и я сделаю еще. За плату. А теперь проваливай. Меня утомил твой треп. Да-да.
Вижу на вас новое снаряжение. Рикс и Маккейб знают свое дело. Надеюсь, это поможет вам в пути. Мы пока не можем открыть ворота, но основатель блока 13, мой дед, дал мне этот ключ. Сказал использовать ее только в крайнем случае. Что ж, этот случай настал. Учитывая, что вы пошли на риск, чтобы помочь нам, думаю, вы подходите. Вот, возьмите карту. В главном зале внизу есть терминал. Вставьте в него карту. Если повезет, мы включим эту штуку. Ну, надеюсь, этого не случится. Слышала крики корней. Надеюсь, никто из них не выжил. Хорошо, что мы больше не сидим в темноте. Эй, эй! Говорят, благодаря тебе Эйс вернула свет. Спасибо. Потрясающе, не правда ли? Я читала об этом, но никогда сама не видела. Этот красный глаз может быть нашим единственным путем во внешний мир. Хотите выбраться отсюда? Это ваш шанс. Прежним командиром был мой дед. Его называют основателем блока 13. Когда корень впервые напал, он собрал людей здесь, в блоке 13. Он пытался узнать, откуда взялся корень. Провел много времени в поисках. Однажды он не вернулся. Я так и не узнала, что с ним стало. Снаружи блока 13 есть комната. Записи в ней могут помочь в его поисках.
Он мог быть последним, кто знал, как добраться до Атолла. Послушайте. Я знаю, вам и всем остальным было нелегко. Но вы справились. Ради нас. Я благодарна. Если захотите вернуться в блок 13, мы всегда будем вам рады.